Всем привет! Рекомендую вам к праздничному столу приготовить салат из куриной печени. Даже тем, кто не любит печенку, этот салат обязательно понравится. Для приготовления нам понадобится 300 грамм куриной печени. Кладем ее в кипящую воду и варим 10-15 минут в зависимости от размеров кусочков. За 5 минут до готовности добавляем половину чайной ложки соли. Нарезаем мелко две луковицы и натираем на крупной терке одну морковь. На растительном масле сначала обжариваем лук с добавлением половины чайной ложки соли и одной чайной ложки сахара. Затем добавляем морковь и готовим все на небольшом огне, пока морковь не станет мягче, примерно 10-15 минут. Когда печень остынет, нарезаем ее небольшими кусочками. Соленые огурцы 100 грамм. В печени добавляем морковь с луком, огурцы, петрушку и 100 грамм горошка. Заправляем майонезом или напополам майонез со сметаной можно соединить. Такой салат очень сытный и вкусный. Для разнообразия мясных и овощных салатов отличный вариант. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Всем приятного аппетита и до новых встреч!